В данном видеоуроке мы узнаем, как изменить цвет или блеск глаз в Photoshop. Изменение цвета глаз делается очень легко и не занимает большого количества времени. Давайте убедимся на этом на конкретном примере. Давайте приблизим наше изображение, нажав горячей клавишей Ctrl+. Теперь выберем инструмент прямолинейное лассо. И давайте наши глазки обведем примерно вот таким вот образом. Немножко криво пошло, но я думаю, это простимо. Нажимаем Enter и сразу переходим на следующий глаз. Стараемся работать более аккуратно, ежели с прошлым глазиком. Вот так вот. Теперь давайте уменьшим наше изображение, нажав горячей клавишей Ctrl-. Уменьшаем размер и переходим в раздел изображения, коррекция. Тонирование. И меняем цвет глаза, изменяя положение ползунков. После получения необходимого оттенка, таким образом, изменение цвета глаз открывает новые возможности для придания фотографии еще больше выразительности. Также, если у нас неудачно получились края, мы можем это все изменить инструментом ластик. Для этого прибавим наше изображение до максимальных размеров и аккуратненько можем это все откорректировать. Сделаем более дьявольские глазки. Вот таким вот образом. Посмотрим на это все со стороны. Еще немножко подкорректируем вверх. Маленько так. Чтобы со стороны выглядело более реалистично. Но делайте, конечно, по вкусу. На этом наш урок подходит к концу. С вами был канал Overview Group. Пока.